Анонс и точно дата выхода 124-й серии турецкого сериала «Запретный плод». 124-я серия сериала выйдет в эфир 13 декабря. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Доган заявил о том, что как только Чагатай разведется, то он женится на Йылдыз. Все были шокированы, а Чагатай не смог сдержать своей злости и накинулся на Догана со словами, что убьет его. Чагатая стали выводить из кабинета, но он продолжал кричать. Теперь они оба стали для него врагами. И Чагатай обещает уничтожить Догана и Йылдыз. Доган просит Йылдыз дать ему немного времени, и он обещает все исправить. Ему необходимо будет уговорить Кумру и сделать так, чтобы она отправилась в Тоскану. После того, как они уедут, то Доган предоставит для Йылдыз толпу самых лучших адвокатов. Чагатай воссоединился с Кумру, и журналисты сразу же начинают задавать вопросы про их отношения. Все хотят знать, действительно ли их теперь можно считать парой. Догану все это очень не нравится. Он пытается объяснить своей дочери, что Чагатай ее всего лишь использует для того, чтобы отомстить ему. Чагатай сообщает Кумру радостную новость о том, что с завтрашнего дня он будет разведенным человеком. Он не хочет долго затягивать и предлагает Кумру выйти за него замуж. Йылдыз нарушила беседу Кумру и Чагатая, так как очень соскучилась по дому и решила вернуться. Напомним, 124-я серия сериала выйдет в эфир 13 декабря. Если вам нравится сериал, ждите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.